И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте в этом ролике попробуем, значит, настроить стрельбу и убывание патронов вот в сцену, значит, для игрушки, да? Так, нам понадобится пуля и нам понадобится empty. Так, вот такая пустышка. Подставляем пустышку к нашему стволу, пулю подставляем тоже к стволу. Вот так. Так, это первая часть. Следом нам нужно вот эту вот пулю добавить на новую сцену, то бишь на новый слой по старому 2.79. Нажимаем английское M и находим новая коллекция. Значит, печатаем bullets. На английский переводим и пишем bullets. У меня с английским, конечно, не ахти, но вот перевели, значит. У нас получилась новая сцена. Bullets. И пуля называется Bullet. Вот такая штука. Так, давайте теперь все это дело поднастроим. Итак, теперь на Bullets, вот на пулю, добавляем всегда. И что он должен всегда делать? Он всегда должен моцу. Он, значит, так, выходить, стрелять в направлении Y. Минус 0. Точка 5, пока вроде бы нормально. Давайте лучше 2 поставим, чтобы помедленнее было. Так, настройка сделана. Следом нам нужно пустышку настроить. Итак, пустышку называем bullets, как группу. Угу. Так, bullets, enter. Ставим integer, ставим 30 патронов, даже 30, давайте, многовато, наверное, давайте поставим, так, 10 пускай будет, ну, потому что потом, чтобы он брал, и как бы интереснее в игре было. Так, и следом поставим вот эту галочку на дебют, дебюг, дебаг, вот эта штука. С английским у меня, повторюсь, плохо, так что больше наблюдайте, как бы, где это дело находится. Следом настраиваем, значит, пустышку. Добавляем mouse, потому что у нас стрельба будет происходить по левой кнопке мыши. Вот становится left button. Дальше добавляем edit object. Здесь у нас будет, значит, стоять пуля. Это будет, находим ее, значит, bullet. И ставим, что пуля должна лететь минус 0.20, да? Так, и так, соединяем. Следом добавляем properties. Так, и на properties ставим bullets. Это у нас вот эта группа bullets. И ставим минус 1. Enter. Подключаем вот к этой штукенции, опять к связке. Но если у нас, значит, минус одна пуля выходит, то тогда здесь ставим properties. Находим, где тут properties, и ставим, значит, вот в этой функции, вот в этой, значит, валы, это значит минус, enter, ставим 0. А здесь ставим bullets, вот это выбираем properties из списка, опять же, нашу вот эту группу. И подключаем вот к этой штукенции. Такую вот делаем завязку, да? Так, здесь у нас стоит equal вот этот. Нам нужно поставить, так, это меньше, чем, больше, чем. Больше, чем 0. Значит, что еще у нас происходит? Нужно проверить все это дело. Но прежде, чем все это дело проверять, давайте сразу добавим Shift A, добавим текст. Семерка на нампаде, чтобы я вернул потом вот это все окружение. Значит, добавим кручение-верчение, перекрутим вот этот текст. Даже нет, давайте Ctrl-Z, сначала его отредактируем, зайдем в Edit Mode, поставим ему, допустим, 10. 10 патронов у нас будет, да? Enter.
Выберем, значит, вот эту штуку нашу 10 и добавим ей какой-нибудь материал, пусть будет красный, да? Так, все, эсижен применяем, смотрим, что тут да как. Object mode, все покраснело. Теперь все это дело, значит, конечно же, перекручиваем, подставляем к нашей камере. Так, тройка на numpad, все это дело перекрутим. Так, G поднимем, семерка на numpad, посмотрим R, какой у нас угол. 0 на numpad, видим, что десятка у нас хорошо стала. Уменьшаем 10, G поднимаем в тот или иной угол, делаем, чтобы как бы меньше всего этого дела зацепить. Потом сюда, значит, можно поставить знак патронов уже отдельно, да, не в эту, как бы, не сразу к этим десяткам, а отдельно, чтобы была, чтобы она не влияла потом на убывание, да. Просто, как бы, где здоровье ставится сердечко, а где 10, допустим, ну, какой-нибудь знак, да, что это типа патроны. Уже будет как бы красиво. Можно шрифт какой-то поменять, там сделать свой дрежем какой-то и так далее. Так, давайте поднастроим теперь нашу вот эту десятку патронов. Они должны при стрельбе убывать. Добавляем сюда, значит, связки. Выбираем десятку вот эту. Добавляем, значит, сообщение, добавляем properties, делаем всему этому делу связку, здесь ставим, чтобы у нас появился вот этот текст, вот эта штука, давайте здесь добавим add text game properties. Вот такая появилась текст, string, и тогда все. Текст у нас теперь будет виден из списка. Добавляем сюда текст. Сюда ставим минус 1, Enter. И, значит, сюда сообщение, что надо на минус уменьшить вот эту сумму. А это вот показывает, на сколько минус? На единицу. Ну, все нормально. Так, это дело, связка есть. Так, что еще? А, привязать теперь давайте 0 на нампаде и десятку привяжем к камере. Ctrl-P, Object. Пустышка должна быть привязана к нашему стволу, Ctrl-P, Object. Следом пуля не должна быть привязана, она в будущем будет всегда отключена. Так, теперь на ствол у нас физика стоит No Collision, потом на пулю No Collision и, значит, на пустышку No Collision, чтобы в нашем хитбоксе вот этом не было никаких... как столкновений вот этих физик, да, статика, чтобы не сталкивалась с динамикой и так далее. Угу. Так, с этим вроде бы как бы понятно. Так, теперь давайте еще раз все это дело проверим и потом уже подобьемся. Значит, здесь у нас 0, минус единица, туда-сюда. Так, следом. Добавим сюда, значит, к пуле текст. Так, пустышку выбираем и добавляем, значит, сообщение. Даем сообщение с пустышки, что, мол, вот этот текст. Находим, где у нас тут OPRS текст. Выбираем. Здесь ставим минус 1. А ну-ка, подождите. Минус, по-моему. Да, минус. И здесь вот, ну, просто впишем тогда bullets коллекцию вот эту вот, где у нас патрон. Так, ну, вроде бы вся настройка, да? Значит, сообщение уходит, значит, с пустышки на наше, значит, вот это вот число, что, мол, убывать минус 1, минус, там она пишет сообщение с числом минус, вот он, мессенджер поступает сюда, что когда будет вылетать пуля, значит, на единицу, на одно, значит, число, уменьшать вот эту сумму до 0.
Так, вот такая штука. Так, Alt H, возвращаем все, значит, вот эти скрытые город и все причиндалы. Так, теперь опускаем вот это окно. Так, 0 на нампаде. Выбираем, значит, вот эту камеру, да. Жмем Shift E. Переводим ее в положение, чтобы увидеть, стреляет он или не стреляет. Итак, теперь включаем Pi, значит, вот эту нашу штуку. Погуляем, выберем ствол, клавиша E, теперь Q, и попробуем, где тут будет видно, вылетает ли пуля или нет. Пуля не вылетает, нас переворачивает. Почему? Потому что у нас должна быть пуля всегда отключена. Так, теперь повтор делаем так, Shift E. Давайте я еще поближе как бы подойду, ну, чтобы шиздец как видеть пулю, да? Так, Pi. Идем, берем ствол, значит, дальше у нас какая штука получается? Q выбираем, и вот вы видите, что пуля вылетает, да? Так, а ну-ка, одна она вылетела, и больше как бы гамми помер. Смотрим, в чем тут косяк. Главное, что пуля вылетела. Так, опять пулю надо включить, выбрать пулю и посмотреть, что там не то. Минус 20, simplify, так, та-та-та-та-та. Значит, на пустышку, что у нас установлено, bullet left button. Так, проверяем. Минус 20, bullet. Это значит пуля. Excision, тут ставим add. Косяка в парол. Так, add. Bullet, bullet, и в принципе, значит, все. Здесь, значит, у нас больше, чем, можно меньше, чем поставить. Сейчас попробуем, что заработает, да? Так, а ну-ка, давайте проверять опять. Выключаем опять нашу пулю. А ну-ка, пи. Идем, берем ствол. Так, тройка на нампаде. Вот они, пули все вылетают. Надеюсь, вам видно, да? Но у нас не убывает, значит, вот эта десятка. Так, проверяем, что не так. Вот у нас есть текст, да? Все нормально, текст есть. Это теперь нужно настроить наш текст. Или, наверное, даже проблема в пуле. В каком вопросе? Значит, когда пуля будет улетать, давайте настроим, и чем больше их будет улетать, допустим, вот сейчас 10 улетает, и вот этот вот движок, он, значит, как бы продолжает вот до бесконечности пересчитывать их полет. Давайте сделаем, чтобы он как бы полет весь не просчитывал пуль, да? Так. Добавляем, значит, на пулю, да, на пулю делай, а тут добавляем Edit Object. Edit Object отключаем и ставим просто End Object, исчезать. Здесь ставим 10 пуль. Ну что, вот через 10 пуль, короче, он будет просчитывать, да? Так. И теперь нужно поднастроить текст. Где-то в тексте не хватает каких-то нужных деталей. Так, и почему, значит, она пишет минус один? А потому что вот здесь вот в настройках надо поставить, значит, не string вот этот, а поставить integral вот этот. Integral, и, значит, все тут тогда нормально. Вот такая получается штука. Тогда все уже начинает работать. Здесь настройки правильные, все тут правильное. Единственное, вот этот минус, да?
Так. Будет все. Все, вот смотрите, как установлено. Все здесь правильно. Так, правильно. На текст, значит, минус один, текст минус один. Так, что у нас тут с пустышкой? С пустышкой bullets, bullets, bullets. Текст минус один, bullets. Добавить. Все, короче, тут установлено. Больше, чем. Связка. Значит, проверяем теперь пулю. На пулю стоит десятка. Значит, здесь все нормально. Минус 20. Значит, моциум. Постоянно движение по минус 20. И значит, ставим вот здесь еще за место add, ставим bullet, пуля. Ну и здесь все по нолям. И короче, ставим end object. И все тогда начинает работать. Так, теперь значит 0 на нампаде. Так, это все дело, значит, переводим, жмем P. Идем и, значит, берем винтовку. Сейчас покажу, как настроить винтовку вот таким вот способом, чтобы не нажимать никакую клавишу, чисто на сенсор. Так, теперь W. И все это дело, оп, прекращает стрелять, потому что опять я забываю спрятать эту пулю. Так, опять же P. Идем, прикасаемся. Так, теперь... Пуля вылетает, все уменьшается, никаких минусов нет. Так, давайте по настройке теперь сенсора. Теперь у нас сенсор отсутствует. Вот где он раньше был, к хитбоксу привязан, сенсор был отдельно. Теперь сенсором становится вот эта винтовка. Каким образом она становится сенсором, давайте смотреть. Так, нам нужно... Вот этот сенсор, сделать сенсором вот эту винтовку. И как это все делается? Мы сюда, на эту винтовку, вот на эту винтовку, переписываем полностью вот это все, что есть на этом сенсоре. Вот эту связку всю переписываем на вот эту винтовку вниз. Вот. И получается, на винтовку за место статика ставим сенсор. И тогда вот эту штуку мы удаляем. И тогда у нас хитбокс начинает работать, значит, как сенсор. Ну, в смысле, при столкновении, да? Смотрите, еще что нужно сделать. Так. Здесь вот столкновение стоит винтовка, да? Значит, на винтовку мы ставим хитбокс. Вот этот хитбокс, он называется плеер. Вот этот. И получается теперь винтовка при столкновении, значит, с хитбоксом должна просто как бы, ну, как бы браться, да? Не надо нажимать никакую клавишу Е дополнительно, как в прошлый раз я вот это настроил. Вот такая штука. Так, надеюсь, понятно, да? Винтовка. На винтовку записываем все вот эти вот, значит, связки. Записываем вниз под винтовку точно так же. Только где будет коллизия стоять на винтовку, столкновение с винтовкой, да, вот эта вот штука должна столкнуться с винтовкой, и тогда винтовка должна как бы при нажатии клавиши Е пропасть. То тогда мы берем вот эту Е, нам не надо, нам нужно только коллизия, мессенджеры вот эти, алавайсы, и поставить за место винтовка, поставить хитбокс, то бишь вот это название плеер, или как вы его назовете. Так, и выглядит это тогда в конечном результате, выглядит это вот таким вот образом. Смотрим. Значит, винтовка у нас, вот эта винтовка, которую мы берем, становится сенсором. На нее устанавливается коллизия типа плеер. Плеер
значит, это сообщение на винтовку 01, что она должна, значит, появиться, а винтовка 1 должна исчезнуть. Вот такая штука. Вот такие пироги. И, в принципе, как бы сообщение тут у нас текст, 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 они как бы похожи, видите? И получается две вот эти нижние. Вот две нижние и вот эти две верхние. В принципе, можно тогда коллизию, вот эту коллизию подключить вот на эти, допустим, верхние. Ну да, и все. И тогда будет нормально. Ну или просто вот так вот пропишите, чтобы не, ну, как бы знать, что вот эта коллизия на эту, а та на ту, чтобы все работает, все и так работает, конечно, лишнего, чтобы не было. Так, ну смотрим, винтовка 1, винтовка 01, та-да-да-да-да. Так, и потом, значит, нам нужно Allwise, вот этот третий. Это он идет, значит, вот это на последнюю, что она должна быть видимая до того момента, как произойдет столкновение. Так, ну и мессенджер, винтовка, винтовка, как будто эти все дублированы, то же самое, да? Единица, 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 винтовка 01, винтовка. Тогда вот эти пробуем. Вот эта винтовка, еще одну винтовку удалить. И пробуем тогда коллизию. Так, где у нас коллизия? Так, вот эту удаляем, а вот эту коллизию просто на верхнюю тогда передвинем. Раз у нас тут все забито уже, да? Так, смотрим, что получится, если будет это дело в таком варианте. А ну копи. Ага, видите, в таком варианте она ни шиша не работает. Не берется. Значит, делаем коллизию отдельно и коллизии ставим, что, мол, все должно быть так вот прописано, да? Все должно быть прописано вот отдельно коллизия и опять же вот это что значит мессендж, 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 значит, да? Так, это тоже спрячем. Вот эта вот связка не выберется, да? Винтовка 01, винтовка, это идет вот на нашу вот эту коллизию, вторую. Так, и значит, property стоит player и постоянно видимая. Все, как бы вот такая вот штукенция. Опять же, файл будет для скачивания в ВК. Если кому-то интересно, возьмите, скачайте, посмотрите, как тут все настроено на каждую штуку. Так, это у нас сенсор теперь. И везде ноль коллизия, ноль коллизия, ноль коллизия. Все, всем пока, до свидания.